Друзья, всем привет! Сегодня мы снова выбрались на микроречку, и сегодня вас ждет просто увлекательнейшая рыбалка, потому что мы решили пройти не один, не два, а целых 7 километров вот этой прекрасной маленькой реки и половить щуку. Половить щуку на ТБС, на воблеры, на джиг, по лесному участку, по полевому участку, то есть все самое интересное. Ну и также сегодня у меня цель потестировать вот это удилище. Приехало мне оно из Китая, с сайта Banggood. Это удилище компании Abu Garcia под названием Vegeance. Ну, в принципе, это бюджетное удилище. Длина его 1,98 м, то есть 6,6 фута. И тест до 18 грамм. Удилище короткое, достаточно бюджетное, мощное. Ну, наверное, то, что нужно как раз для вот таких маленьких речек. Сейчас мы его потестируем. Попробуем половить на воблеры, попробуем половить на джиг. И, конечно же, попробуем половить на ТБС. Удилище поставляется в таком чехле. Чехол на одно отделение. Конечно, наверное, не очень удобно, но, не знаю, удилище все-таки бюджетное. Я думаю, что особо оно тут коцаться не будет. Но если при желании, можно прострочить. Ну, само удилище такое достаточно симпатичное. Что касается строя, ну, не совсем, конечно, фаст. Кончик немножко такой лапшеватый, но я думаю, для ловли на таких водоемах это то, что нужно. И джиг, и твич, в принципе. Ну и, конечно, ТБС. Ручка ЭВА. Ну, вес такой в меру допустимый. Не совсем тяжелая, но и не особо легкая. Толщина стенок здесь просто ого-го. То есть щучку, я думаю, такой килограмм-полтора можно будет прямо выкидывать через голову, несмотря на тест до 18 грамм. Ну все, пойдем ловить, попробуем, потестируем удилище, пока утро, солнце только встает, первые петухи запели. Ну и впереди нас ждет 7 километров вот этой маленькой реки, самые-самые разные участки. Катушечка 3000, тоже бюджетная. Шнурок, кстати, тоже окой 0,14. Вот так. Ну вот, с катушкой баланс нормальный. Сейчас я поставлю тонущий. Если она есть вон там, то 90%, что я ее поймаю. А 10% мы спишем на то, что еще раннее утро. Но сначала кину он туда. Так. Поменял крючки на большие. Начались захлёсты. Давай. Ну, есть. Нету. Что-то нету. Яма какая здесь хорошая. Неужели никого нет? Ну? О, была поклевка. Ну вот и первая поклевка. Ну такая, знаешь, грамм 200. Мелкая, да. Есть! Вон она. О, какая яма. Здесь тот нет. Вот здесь точно кто-нибудь живет. Вон там схватило, да? Ну вот она. Я ее доловил, твою. Наконец-то первая щука. Не, ну одна-то у меня слетела. А слетела, да? Я ее не достал. Ну, наконец-то, блин. Сколько можно-то было уже ходить впустую. Опа. Вода какая холодная. Сытая, смотри уже. Пузо-то. Кого-то слопало. С утрища. Опа. Но
Как змея, как змея. Сейчас моего. Сама. Фух. А я гляжу, какая тень идет за приманкой. Вот она. Со второго заброса. Вот она. Красота. Пускай маленькая, но красота. Здесь, смотри, уже две было на этой точке. Ладно, давай, иди. Все. О, два раза выходила. Два раза выходила, тыкала. Ну такая, грамм 200. Опять промах. Поклевка. Там она прямо уверенно хватала с первого раза. Ух ты! Там полторашка! Блин! Сейчас я ее попробую доловить. Она аж вылетела вся. Или двушка даже. Там очень крупная щука. Да, вот. Блин, слушай. Это был реальный трофей. Вот это вообще просто офигеть досада. Вот такое полено. Для этой речки я просто вообще, блин, в шоке. Все, ее уже не доловишь. А, блин. Что же мне не везет? Второй раз тут ловлю, второй раз крупную щуку уходит. О! Вон она. Да. Вон он, тык-тык-тык-тык-тык. Смотри, первый раз тут поймал в этой точке. Ах ты, промах. Давай, нет? Есть. А, сход. Что-то сегодня прям хорошее. Хорошее? Грамм 500. Что-то сегодня прям одни сходы. Это уж вроде взяла так хорошо. До этого была покрупнее. Да? Да. Вот она, Назон Рминов. Классика. Давай. О, поклевка еще была. Еще был ударчик. А вот там все время на этом мелике берет. Еще одна. Тихо, какая бойкая. Такая же красотка. 500. 500-600. Вот это да. Вот
Вот это уже размер. Где взяла? Там? Хорошая. Аккуратно. Так, сейчас мы будем ловить щуку руками. Так, где она? Забилась под корягу. Есть. Давай, опа. Там же что-то есть. О, во, видел? Да. Сейчас я ее попробую доловить. Вот такая грамм 100. Да. Чпоньк. Ну. Ох! Исход. Сразу же прям. Да что такое, опять сход. Ну, точнее как, уже на берегу. Это просто невероятно. Да, такой сегодня характер поклевок. Щука интересуется, хватает, но не заглатывает. Она даже тупо не открывает рот. Просто выходит, вот так вот, чмокает, и все. Вода прозрачная, мелко все видно. Что вот у Степа, что у меня 90% схода. О, давай, давай, давай. Есть. Сидя. Она вышла, я прям потом к ней опять подвел. И уже схватила. Ну, вот такая щурогайка. Давай. Баклуш. Точно. О, есть одна. Ох, была поклевка. Была. Сейчас попробую доловить. И щучка такая, ничего. Но она не накололась. Поклевок очень много. Я себе уже сегодня составляю маршрут на следующую рыбалку, когда приеду сюда. Наверное, денька через два, может быть, там через три, но приеду обязательно. Составляю точки, где были поклевки, где были поимки, размер примерной рыбы, ну и, собственно, участок. Ух ты, вот это нормально, я пролетел. Ну и участок, откуда начинать. Блин. Ну там в каждой яме здесь есть. И одни сходы. Ну такая, блин, грамм 400 уже более-менее. С третьего заброса.
Ну, наконец-то, блин. И тоже туда же. Здесь уже можно, мне кажется, большими воблерами долбить. Простыми минов. Здесь есть шанс большую поймать щуку. От килограмма и выше. Отсюда начну. Угу. Потому что здесь, ну, погода другая будет, мало ли. Может, одна клюнет, но зато мамзель какая-нибудь килограмма на два. И уже пойду туда. Мелочь ловить. Ну, там не только мелочь. Я знаю, где там в двух местах две закилошные сидят. Если какой-нибудь дядя Вася их там острогой или чем-то не бахнет за эти дни. Сейчас бакунищу горбатого как бахнуть. Пойдем, да, все. Щучьи-то угодья. О, она убежала. Сидела прям в кувшинке. Был выход. Давай, давай, давай. До сих пор вон она провожает его. Прям до самых ног почти шла. Вон она стоит. Сейчас я ей подкину, попробую поймать. Я ее вижу. Ой, блин. Ну вот так вот сегодня. Блин, запрос тоже хреновый. Может, еще раз? Ну вот так сегодня клюет. Вот такие поклевки. Эх, этот конвой лет 15 бы назад. Когда его придумывали? Год 3 назад, что ли? Выпустили. Придумал. О, слушай, размер. Да, и красивый такой. Да, и красивая. И смотри, это взяла в заглот. Вот это активная щука, видишь? И она сразу же взяла в заглот. Это вот, видишь, травяная попалась. Вот это она уже как надо. До следующего раза. Блин, как красиво. Не хочется опять уезжать. Но все. Время на рыбалку стекло. С этой речкой я прощаюсь всего лишь на пару дней. Я сюда обязательно приеду и доловлю всех вот этих щучек, которые сошли, которые клевали, снова поймаю. И новых, которые сегодня были неактивны совершенно. Щуки в реке полно, река красивая, гулять по ней приятно. Надо водички попить и нам еще 2-3 километра шлепать по лесу до пункта назначения нашего. До финиша. Ну, сейчас, может быть, как раз по дороге еще грибов найдем. Грибы пошли. Белых полно. Сегодня тоже вот думал. Ломался прям, куда поехать. Сюда или за грибами. Но все-таки рыбалка победила. Как всегда. Так, надо выйти на дорогу. Но сначала подождать Степу.